одно кольцо, чтобы править всеми. Но что, если выковать еще одно, столь же могущественное? Битва за фэнтезийный мир профессора Толкина продолжается в видеоиграх. Саурон против Талиона, темный властелин против светлого. Чья армия орков окажется сильнее? Все виды клинков, магия и яркие фехтовальные комбо. Но это лишь верхушка роковой горы. В масштабах всего открытого мира ролевой экшен «Тени войны» обретает размах масштабной военной кампании. Нужно захватывать крепости и заставы, искать верных союзников и устранять с дороги самых свирепых командиров. За время игры герой наживет себе множество заклятых врагов, уникальных и мощных противников, с которыми придется биться лицом к лицу. Но только так можно доказать свою власть над Мордором. И не только. Посланцы Средиземья уже выступили разведчиками в дальние края. Добрались и до Москвы. Давайте же подглядим за этими страшными, но по-своему обаятельными созданиями. А я тебе говорил, шаурма из хоббита в Москве самая лучшая. Попробуй. Набил брюхо? Давай дожевывай. Мир сам себя не завоюет. Бабы с серпом. Мужик с колотушкой. Этим они собираются остановить нашу армию? Да они нам на один клык! Ты погоди распаляться-то. Ты ох их местные видел. Нет, тут недалеко. Пятьсот дварфов в высоту. Бдит круглые сутки. Командует миллионами. Один раз моргнет, и все против нас. И привет старухе Шелоп. Наш властелин непобедим. В программе здоровья расскажешь. Прям с койки. Ты как хочешь. А я на этом фронте не воюю. Погнали на юг, а? Летучий отряд Назгулов. Гоблины, 5 отрядов. Дюжина стенобитных мумаков. Да, и все это мы тащим через портал. Они в своем штабе вообще думают? Где сторожевые посты? Где неприступные крепости? А это вообще потешный терем. Из дерева! Его поджечь и дело с концом! Эх, зато красиво. Даже жалко кружить. Это сегодня шаурмы такой сентиментальный? А здесь засели их верховные маги. Творят колдунство и учеников пытают тысячами. Слышал когда-нибудь о сессии? Нет, не пробовал. Шмальнем пару раз катапультой, брешь пробьем, молодняк разбежится. Они еще за нас встанут, вот увидишь. И то верно. Лучше сдаться нам, чем сдавать им. Подчинить себе силу нового кольца власти и сразиться с жуткими и могучими противниками, в том числе крылатыми Назгулами и даже самим владыкой Сауроном. Такова судьба геймера, что отважится запустить Средиземье Тени войны. И сделать это можно уже сегодня. Орки на пороге.